чуть-чуть сейчас перекнемся. Бонифас Красный Медалист. Thank you.
Сейчас. Не убивайте мух. 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 Пространство, в котором дышится, где рождается новые сказки. Пространство полное музыки, пространство полное звука, пространство полное воздуха, где все сказки становятся новыми. Thank you.
Следующая важная песня. Важная. Thank you.
Звезда тонула.
важная, она про любовь. Знаете, что много любовь бывает разная. Любовь к алкоголю. Любовь к дурному. Ну, и любовь к человеку может тоже быть. Да, всякие глупости, да.
шесть утра на рассвете. И он берет ее за руку, так пробегает по пальцам, с каждым задельным хвост бассейна, да на той случается. Спасибо. Следующая песня требует определенных... Нет, давай я тебе туда дам гитару. Требует перестановок на сцене. Спровоцированной любовью к девушке. От любви чего только не бывает. Следующее, это посвящение даже любимой девушке. Очень красивое. Я думаю, что каждая бы девушка была очень обрадована, если бы ее молодой человек такое сделал ей красиво, романтическое. Я-то знаю, ты нет, куда не смотрит. Есть здесь человек, который в этом не знает. А все остальные будут рады.
Алекс Галдел и в подобных ситуациях говорил так: продолжаем. Поэтому продолжаем. Продолжаем веселиться, продолжаем песню петь. Песня про Ихтиандра. Да. У меня была такая ситуация, я как-то спрашиваю тут. Вообще-то одна дамочка, которая спрашивала, была здесь, когда ушла. Говорю, а вы знаете про Ихтиандра? Она говорит, нет. Я говорю, что, книгу что ли не читали? Говорит, нет. Я говорю, ну так, а еще с претензиями на хорошего мужа. Я говорю, а книгу не читал. Я читал ее два раза, я не помню ничего, что там написано. Только был человек Ихтиандр и какой-то замес. Вот. Всем рекомендую прочитать. А кто не хочет читать, для вас краткое содержание в следующей зарисовке. А, подстроить гитару. Сейчас я отстрою. Дело в том, что в той музыке, которую мы играем, инструменты настраиваются приближенно. Но для следующей песни про Ихтиандра нужна настройка поточнее. Ихтиандр поплыл, я смотрел. К тому же Ихтиандр тут напрудил на сцене. Представляете? Какая конфузная ситуация. Сейчас почти что все. Так. Да. Ихтиандр, приди.
Спасибо. Следующая песня социального характера. Это даже песня сочинена, может быть, для какой-то секты, и люди ее могли бы петь хором. Но кто-то знает слова, может быть, стоило раздать бумажки, петь хором. Эта песня, она очень социальная, очень важная. Thank you.
Слышу песни очень важные. Она про работу. Че, понедельник завтра, да? На работу собрались. А я тоже. Пускай работает рабочий. Или не рабочий, если хочет. Пускай работает кто хочет. А я работать не хочу. Хочу лежать с любимой Аня. И день и ночь, любимая Аня. И день и ночь, любимая рядом. Она войну, я не войну. Пускай воюют пацифисты. Пускай воюют, считают пацифисты. Пускай считают каждый выстрел. А мне на это плевать. Хочу лежать с любимой рядом. Хочу лежать с любимой рядом. И день и ночь с любимой рядом. А на работу не пойду. А на работу не пойду. Так, я вас обманул. Нет, ну да. We'll be right back.
Пароль для перехода на следующий уровень умлаут. Пароль для перехода на следующий уровень умлаут. Thank you.
Делай выдачу, а то сверху.
С вами. И все красные медалисты тоже сегодня были красные медалисты.
Спасибо вам, до новых встреч.